Тихо дождик стучит за окошком, уже срывался даже снежок. Вот такая осень у нас на дворе. Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео хочу показать вам новую пряжу и показать вот такую корзинку, которую я вчера уже связала из этой пряжи. Но прежде чем это делать, хочу рассказать о спонсоре этой пряжи. Это торговая площадка Т-Декор. Да-да, вы не ослышались, это не интернет-магазин. Это куда круче. Давайте я немножко расскажу об этой площадке, ну а потом посмотрим на эту корзинку, и я подробнее расскажу и о ней, и о многом другом. Итак, интернет-площадка, торговая интернет-площадка Т-Декор. Что это такое? Это большой рынок, в котором участвуют много фирм. Я искала в переписке с менеджером этой торговой площадки информацию, но не нашла. Неважно, какая цифра, вы, когда зайдете на сайт, все увидите сами. Единственную информацию, что я нашла, что 107 фирм только ждут очереди, чтобы участвовать в этом рынке продажи. То есть, чтобы их товары попали на эту торговую площадку. Собственно говоря, это рынок, куда приходим мы, но это особенный рынок, где не только пряжа, где не только какие-то вещи. Здесь есть все. И, конечно же, как на рынке не поторговаться? Я впервые вижу, может быть, и существуют какие-то другие площадки, но я впервые вижу, где мы с вами, покупатели, можем регулировать цены и покупать товары буквально по оптовым ценам. Вы такое слышали? Я впервые. Все зависит от нас. То есть мы сами можем регулировать цену и снижать ее на 25%. Но все как на рынке, когда мы в советское время ходили на колхозные рынки, я это хорошо помню. И, конечно же, фрукты и овощи там отличались по качеству, по сладости. И всегда мама торговалась. И дело даже не в том, что тебе сбросят цену. Конечно же, это тоже приятно. А сам процесс, вот то, что тебе уступили, он, конечно же, приятен. Вот так и на этой площадке, голосуя за те или иные товары, мы сами можем сбросить цену на 25%. Представляете? Ну, об этой площадке я расскажу еще в этом видео несколько подробнее даже. Покажу, как это работает. А сейчас давайте просто посмотрим на вот эту пряжу, с которой я впервые работаю. И я хочу вам рассказать о качестве и о цене. Вот в этом моточке пряжи 500 грамм. Представляете, вот такой моток пряжи. Конечно же, это хлопок. И это хлопок хорошего качества. Значит, цена этой пряжи за 500 грамм 350-255 рублей. Вот, чтобы получить цену в 255 рублей, нужно за нее проголосовать. И вы купите вот этот моток за 255 рублей. Повторюсь, такой цены просто вы не найдете. Я когда вчера смотрела видео, когда вот вязала вот эту вот красивую корзиночку из этой пряжи, я в видео ходила по ссылкам. Ну, блогер, конечно же, говорит, где эту пряжу приобрести. Я имею в виду ту, из которой
показывается мастер-класс. Я по этим ссылочкам ходила. Я такой цены в 255 рублей при возможной цене, я нигде такой цены не находила. Но а качество вы можете увидеть сами. Посмотрите, какая красота получилась. Просто прелесть. И это мой первый опыт вязания из вот такой трикотажной пряжи. Я думала, что это так легко и просто, но оказалось не все так просто, потому что здесь нужно вытаскивать ниточку, если это так можно сказать, вот такую ниточку, уметь ее вытаскивать равномерно. И поверьте, это не так уж и просто. Чтобы добиться ровности, мне вчера пришлось попотеть. Вот целый день я вязала вот эту корзинку. Итак, значит, пряжа идет с этой торговой площадки вот в таких вот пакетиках. Обычные целлофановые пакетики. Нет никакой красивой упаковки. Но она, в принципе, и не нужна. Сейчас. И на этом пакетике здесь вот вся информация о пряже. Вот как приклеился, сейчас другой возьму пакетик. Берем этот. Вот здесь вот такой вот, такая этикеточка. И здесь вот написано, видите, да? Трикотажная пряжа, пепельная. Это вот про вот этот оттеночек. Вот он у нас стоит вот там повыше. Так, пепельная, вес 500 грамм. Ну и здесь артикул, вот так называется интернет-магазин tdecor.ru. Ну и здесь этот телефон. Кстати, но это не интернет-магазин, это торговая площадка. Мне просто необычно, и все-таки нужно называть вещи своими именами, и нужно называть правильно. Эта торговая площадка находится в Иваново. По-моему, 42 фирмы участвуют, могут продавать на этой торговой площадке. И 107 еще. Представляете, какое развитие, какой потенциал у этой площадки. Еще 107 фирм ждут только, пока, наверное, Тедекор приготовит каталоги, и они смогут участвовать и продавать свои товары на этой площадке. Так, ну ладно, об этом мы поговорим. У меня такой пряжи, значит, я заказывала по 2 моточка. Но каково же было мое удивление, когда я нашла один вот такой моток в подарок. Представляете? То есть, вернее, не так. Я заказывала 2 вот таких пепельных, 2 вот таких темно-розовых и 2 белых. Вот был мой заказ. Когда я увидела, у меня один моточек, но это не белый, он сливочный называется. У меня в заказе один был белый моток из заказанных 2, но зато было 2 вот таких вот интересных моточка. Посмотрите, какой меланж. Я уже даже представляю, как красиво будет смотреться изделие вот именно из такой пряжи. То есть вот такой моточек мне положили в подарок. Это очень-очень приятно. И еще в подарок положили вот такие донышки. Как же я вам благодарна, Тедекор. Посмотрите, какая прелесть. Насчет этих донышек я пока буду рассказывать и показывать. Постараюсь вставить в видео фотографии, которые я сделала с этого сайта. Там такие красивенные наборы. Крышка плюс донышко, но донышко необычное. Вот мне положили вот такие деревянные. Кстати, такой запах, так пахнет деревом. И так классно было упаковано. Вот чувствуется забота о покупателе. То есть вот это не перфорированное, знаете, такая пластиковая с пупырышками лента. В нее были завернуты вот эти донышки. Одно донышко я использовала под эту корзинку.
И вот что у меня осталось. И сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы я показала вам, как я обвязываю эти донышки? И, может быть, что-то мы с вами сделаем, ну, конечно же, из этой пряжи и при помощи этих донышек. Вот этот вот четырехугольник, вернее, квадрат, да, их два, я хочу такую вазочку сделать, чтобы она шла вот, ну, как в набор вот с этой корзинкой, и в нее можно ставить, хотите ручки, хотите те же самые крючки, да все что угодно. В общем, такой стаканчик хочу связать. И вот как раз на вот такой маленькой, на таком маленьком донышке мне бы интересно было показать вам, ну, допустим, вот этот узор. Это вязание в раскол столбиками без накида, но в раскол, когда петля расщепляется. Но здесь еще есть одна хитрость, как накидывается петля, если вам интересно, и от этого очень зависит просто весь этот узор. Еще его называют галочки. Так вот, как накидывается петля, как вы ее захватываете, будет зависеть, как выглядит ваш узор. Я захватывала сначала неправильно, и у меня, я не понимала, ну что же у меня не получается. Много раз распускала, но, как говорится, усидчивость и труд, все перетрут. Вот, и я хотела бы вам показать на вот этом донышке какой-нибудь рисунок. Девочки, я нашла очень интересный сайт по изготовлению изделий из вот такой трикотажной пряжи. Девушка просто умница. Подробнейшие мастер-классы. Причем все по-умному она ведет канал. То есть защищенное авторское право. И ну, мастер-классы просто потрясающего качества. Там такие сумки, вязанные вот именно из этой пряжи и с элементами макраме. Просто загляденье. Так вот, в этой интернет-площадке представлены не только такие донышки. Еще есть донышки из оргстекла. Они там винтажные, с узорами и просто из оргстекла. Посмотрите. Фото я постараюсь ставить тех донышек, которые мне понравились. Ну, там мне все нравится. Ну, как бы вот тратить время на вот эти фотографии, как бы на этот монтаж, я не стала, потому что вы зайдете на сайт и все своими глазами увидите. Какие там ручки, какие там вставки для сумок. Помимо донышек, там есть еще корзинки в виде, ну, это тоже донышки в виде сердечка. Корзинка с прорезью, вернее, донышко с прорезью, можно сделать копилку. А у нас Новый год на носу, между прочим. И донышко в виде снежинки. То есть, вот идеи подарков просто великолепные. И еще вот по такой цене, если покупать вот эту пряжу, это просто шикарно. Кстати, здесь вот крючок, который я все-таки умудрилась не выкинуть, семерка. Вот именно этим крючком я вязала вот эту корзинку. Сейчас я выложу из нее, и мы с вами ее рассмотрим получше. Ну, я сюда положила, конечно, свои, просто для наглядности, свои любимые средства. А это посмотрите. Как вписалась сюда эта косметичка, как будто она здесь и была. Кстати, косметичка, подарок от Ив Роше. Так, мой любимый крем. И посмотрите, что там в этой корзинке. Эти крючки я тоже заказала с этой интернет-площадки Т-Декор. Я ими не успела повязать. Они деревянные и не совсем, конечно, подходят для этой пряжи, но я их купила для махера.
И еще с той целью, я уже как-то говорила в своем видео, что я повыбрасывала все металлические крючки, прямые, вот без набалдашника. И я уже вчера вязала свой джемпер «Мираж», набирая петли именно вот этим крючком. Как же классно, как же удобно. То есть, с одной стороны петля набирается из полотна крючком. Опа, упал. А с другой стороны она просто вот с этой стороны снимается на спицу. И вот я попробовала эти крючки. Значит, крючки стоят, если без распродажи, 700 рублей. Если по распродаже, если мы за них проголосуем и нас будет 9 человек, то крючки попадают на неделю в раздел распродажи, и стоят они тогда будут стоить около 500 рублей. Посмотрите, как интересно, вот здесь вот все это внутри, это не вытрется, вот как на китайских спицах. И значит, сколько здесь крючков, я уже не буду называть номера. Один у меня упал. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 крючков, девочки, 12 крючков за 500 рублей. Представляете? Очень скользкие, очень приятные. Я не знаю, что это за дерево. А с маркировкой. Вот семерка, по-моему. Здесь есть, сейчас положу в корзинку назад, вот почему хочу стаканчик вот этот сделать, чтобы вот эти крючки поставить мне в стаканчик. Вот хочу связать тоже вот в этом стиле стаканчик. Значит, здесь есть, видите, он не просто прямой, а вот для пальчика вот такая вот, такое углубление. Так что это вот я рассказала о пряже и о донышках. И теперь все-таки я сейчас озвучу. Хотела сделать сюрприз в конце видео, чтобы вы просмотрели видео до конца. Ну, такая небольшая блогерская хитрость, да? Вот. Но все-таки хочу озвучить. Девочки, торговая площадка Т-Декор хочет объявить для вас конкурс и, конечно же, предоставить призы. Вот такое донышко здесь было, кстати, вот я обвязала. Оно одно было овальное, именно вот такой формы. Из тех донышек, которые мне подарила эта торговая площадка Т-Декор. Так вот, торговая площадка Т-Декор хочет для вас сделать очень приятный сюрприз и подарок. Мы с вами свяжем что-то из этой прекраснейшей пряжи. О пряже сейчас еще расскажу подробнее. И объявим, допустим, конкурс на лучшее изделие. Неважно, что это будет. Или это будет сумка, или это будет корзинка, или это будет пуфик на стул. Кстати, тоже очень интересное решение. Или это будут шлепанцы, как домашняя обувь. Я и такие видела в этом, на Ютубе. В общем, масса, просто масса изделий, которые можно связать из этой пряжи. И это натуральный хлопок. Так вот, кроме пряжи, торговая площадка Т-Декор еще сделает для победителей, допустим, их будет 3 призовых места. Значит, предоставит вам пряжу на какое-то изделие. Я пока не знаю, сколько этой пряжи будет. Все зависит от того, от ваших комментариев, нравится ли вам такая задумка. Хотите ли вы участвовать в этом конкурсе? Поэтому по вашим комментариям можете просто написать слово «участвую». Дабы экономить ваше время,
напишите мне под комментарием. Участвую под этим видео. Вернее, в комментарии слово «участвую». И я сразу пойму, нужно ли организовывать для вас такой конкурс. Поэтому, если нас соберется достаточное количество человек, допустим, больше 10, допустим, вот, я буду вести переговоры с менеджером этой торговой площадки, и мы будем уже обсуждать тему призов, сколько пряжи получит победитель, там, занявший первое место, второе и третье, сколько моточков. Думаю, что пряжу вы можете сами выбрать. Вы зайдите и посмотрите, какое там разнообразие пряжи, какие там оттенки, там есть меланж, там есть секционка, там яркие, приглушенные. В общем, там столько оттенков, что вы там пропадете на целый день. Когда я выбирала вот эту свою пряжу, девочки, не поверите, я провела там целый день, чтобы определиться, на каких оттенках остановиться мне все-таки и как потом скомбинировать. Но это еще не все. Кроме пряжи, Т-декор готов сделать ваши фото, которые вы вышлите, я потом адрес, конечно же, укажу. И это фото, может быть, ваше фото, может быть, фото вашего ребенка, может быть, фото вашего животного любимого или коллаж семейный, допустим, из нескольких фото. Вы высылаете свое фото на электронный адрес, и вам делают фотографию либо на холсте, либо еще на чем-то. Это мы придумали, менеджера зовут Антон. Антон, привет, если ты меня смотришь. Вот эту идею придумал, любезно придумал, подготовил такой сюрприз для вас Антон. И пока еще это не работает, через недельку только заработает эта функция. Она будет, конечно, не только для вас, она будет для всех покупателей. Это услуга предоставления фотографии, да, на холсте, допустим. Вы, конечно же, потом, если это будет не холст, а, допустим, дерево, вы можете сами доработать эту картину, кто художник, там рамку какую-то придумать. Если это холст, просто купить красивую, в багетной мастерской сделать красивую рамку и повесить у себя где-то в комнате. Идея просто великолепная. Я тоже буду заказывать подобное фото. Хочу с любимым сделать. У нас есть такая фотография. И, в общем, вот такая идея. Так что победители получат. Я думаю, что все победители, все трое получат пряжу для вязания какого-то изделия. Вот эту фотографию на холсте. Ну, а от себя я вышлю вам журнал мод с моей какой-то, с моим каким-то изделием, с моей публикацией. Вот такой подарок для вас приготовили, можно сказать, я и торговая интернет-площадка Т-декор. Ой, могу долго говорить. У меня столько сюрпризов. Я даже не знаю, уже видео 23 минуты. Вы, наверное, устали. Поэтому даже не знаю, как поступить. Ну, во-первых, хочу дождаться ваших комментариев по поводу вот этой идеи. И теперь немножко хочу поговорить о пряже. То, что она классного качества, это без сомнений. Есть один нюанс. Вся пряжа, кстати, я ее взвешивала. Здесь вес, какой-то моток 508 грамм, какой-то моток 520 грамм. Но то, что здесь 500 грамм и не меньше, это точно. В каких-то даже побольше. Вот эта пряжа, которая розовая. Вот она здесь у меня, один рядочек этой пряжи. Она широкая. То есть, да где ж ты, находись, находись, находись.
Сейчас, девочки. Не хочу особо камерой трясти. Вот смотрите, если ее вот так развернуть, да, вот мы видим, там нам говорят, что 2,5 сантиметра. В этой пряже сантиметра 3, наверное, 4, а то и все 5, если ее вот так развернуть. Ну, посмотрите на это качество. Посмотрите. Видите, какой плотный хлопок. Просто шикарная. Вот она вот такой ширины. Если взять вот эту пряжу или белую, ну давайте возьмем белую, то она немножко другой ширины. Как узнать, какая пряжа тоньше? Вот вы видите, она немножко потоньше. То ли там потолще сам хлопок, но мне кажется, вот это тоньше пряжа. И вот эту пряжу я, по-моему, взяла моток, который я еще не начинала. Вот это вообще тоненькая. Короче, девочки, поверьте мне на слово, что пряжа, в общем, разной ширины. И как ее узнать, какая более тонкая, какая более толстая, я не знаю. Ну вот сейчас, в принципе, смотрю, что вроде бы они как и одинаковые. Нет, все-таки, наверное, ширина одинаковая. Единственное, качество хлопка. Вот этот плотнее, вот этот хлопок не такой плотный, поэтому она больше тянется. Да, все, разобралась. Так, скорее всего, и есть. То есть, зависит от качества хлопка. И, естественно, потом, когда мы вяжем, нужно менять крючки. Посмотрите, какая прелесть. Ой, как же я хочу все-таки лежачок для пусечки сделать. Кстати, пусю прооперировали, кому интересно. Уже все хорошо, но было все не так радужно и сладко. Ой, смотрите, какой я вам показываю. Сейчас снег у нас идет, мои хорошие. Смотрите, видно вам, нет? Снег с дождем. Но это уже снег. А вот, значит, сколько ниток ушло на вот эту корзинку? Я ее взвесила. Если без дна, дно, по-моему, 50 грамм здесь весит, без дна ниточек ушло 250 грамм. То есть расход пряжи, конечно, большой. Что еще можно из этой корзинки? Если ее дальше довязать, можно связать рюкзак. Если ее связать коротенькую, вот такую я имею в виду, невысокую, у вас получится прекрасная хлебница на стол. Столько возможностей. Это у меня вообще сейчас в голове, вы не представляете. Я все хочу. Ну, какие сумки я нашла вам. Я обязательно оставлю ссылку на этого блогера и на этот канал. И вы сами все увидите. Мне там очень понравилась сумочка с элементами макраме. И с... Ну, там не дно, она круглая. Из оргстекла. То есть вот это вот все прозрачное. И здесь вот... Ой, ну, в общем, это все нужно видеть. Это все нужно посмотреть. Я сейчас не буду останавливаться на этом. Но идея просто шикарная. А если у вас красивая ванная комната, и вам просто не хватает вот такой корзинки, в которую вы положите свои любимые банные средства, или те же салфеточки, или тоже полотенце аккуратно свернутое. А если вы ждете гостей, да, это полотенце перевязать ленточкой и сделать гостям приятно. Просто потрясающая идея и потрясающая корзинка. А какая она приятная на ощупь. У меня уже кошка вчера пыталась в нее залезть, но она мала для нее. И, конечно же, я хочу заказать большое дно. Там есть большие днища для даже люлек. Из такой пряжи плетут люльки такие переносные для деток. В общем, я обязательно свяжу эту вещь. Так что я жду ваши комментарии по поводу
Как вам такой конкурс с вашей фотографией на холсте и с подарком вот такой прекрасной пряжи для вашего изделия? Ну, а сейчас я возьму компьютер и все-таки покажу вам одну фишечку этой торговой площадки. Научу вас пользоваться этой фишкой, чтобы вы, мои хорошие, экономили ваши деньги и покупали товары буквально по оптовым ценам. Итак, мои хорошие, вот так вот выглядит эта торговая площадка. Вот логотип tdecor.ru. Первое-наперво, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться в этой площадке. Значит, я прошла регистрацию, конечно же, я вам сейчас не могу это показать, но я думаю, что вы это все с легкостью сможете. Единственное, что хочу сказать, на этом сайте нет функции сменить пароль. То есть, когда вы пройдете регистрацию, вам придет пароль на почту. Там будут цифры, маленькие латинские буквы, большие латинские буквы. Этот пароль нужно где-то сохранить. Я сохраняю его в почте, в письме и потом вставляю. Или каждый раз, когда вы зарегистрируетесь и будете вводить свой логин, вам нужно будет ввести поле «Пароль». Так вот, если вы этот пароль не запомните при первоначальной регистрации, просто нажимаете кнопку «Выслать пароль», и он вам просто каждый раз будет высылаться пароль новый. Это вот единственное, что необычно. Для меня это необычно. Возможно, это доработают, что нет функции сменить пароль и сделать его постоянным. Хотя, с другой стороны, это, наверное, может быть даже и очень хорошая защита в том плане, что никто не сможет зайти в ваш кабинет. Итак, как же пользоваться распродажей? Во-первых, давайте сейчас вам покажу свой заказ, чтобы вы увидели цены и что такое распродажа. Вот эта пряжа, которую я заказывала, которую вы уже видите. И вот цена 340 рублей. Ну, здесь две штуки, 646. То есть 305% дает сама площадка скидки. То есть пряжа получается, даже я сказала 350 рублей. Нет, 323 рубля. Но вы эту пряжу можете купить гораздо дешевле. После того, как вы зарегистрируетесь и что-то купите на этой торговой площадке, у вас будет возможность голосовать за товары. Давайте я вам сейчас покажу на примере, как это работает и как покупать товары, можно сказать, по оптовым ценам. Во-первых, посмотрите, что здесь вообще есть на этой площадке. Женщинам, мужчинам, детям, малышам, для дома, охота, рыбалка, спецодежда и распродажа. Значок распродажи. Ну и, конечно, если мы нажмем вот так «Женщинам», посмотрите, что там для женщин. Это просто неимоверное. Блузы, свитера, платья, лонгсливы. Ну, я не буду сейчас это показывать. Вы зайдете по ссылочке и вообще сами удивитесь. Кстати, наш любимый раздел для вязальщиц, он вот во вкладке «Для дома». Нажимаете сюда «Для дома», и уже вот здесь вот появляется, сейчас я покажу, тут, кстати, очень много, вот здесь вот в левой стороне, сейчас вот так наведу, вот здесь вот это все для рукоделия, вот. Трикотажная пряжа, донышки для корзин, донышки, ну и все там, деревянные ручки для сумок. И тут все, донышки цветные с печатью даже есть. Вот это все для рукоделия. Знаете, что этот раздел, вернее подраздел, находится во вкладке «Для дома». Вот, сейчас оно у вас на экране. Итак, как же нам покупать товары
по оптовым ценам. Ну, давайте, вот, допустим, женщинам, давайте посмотрим, ну, что у нас сейчас. Что у нас? Давайте верхнюю одежду посмотрим. Допустим, ветровки. Вот, кстати, я вам продемонстрирую, я же в этом видео все показывать не буду, я вам продемонстрирую, во-первых, качество и цены, самое главное, цены на этот товар. Я заказала себе вот такую ветровочку, она просто шикарная, вот посмотрите, цена 2309 рублей. Непродуваемая и, по-моему, непромокаемая. Я все вам покажу. Для такой ветровки это просто смешная цена. 2309 рублей. Магазин, вернее, не магазин, а площадка дает уже скидку в 5%. Что мы делаем, когда заходим на эту кофточку, да? Вот, смотрите. Вот здесь, если я поставлю галочку, видите, появился, вот здесь вот заполнился квадратик. Это я отдала один голос. Если вы поставите еще кто-то из вас, и вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот если эти все клеточки заполнятся, то эта ветровка попадает в раздел распродаж ровно на неделю с 25% скидкой. Представляете, это четвертая часть от этой цены. Вот, ну, наверное, не от этой, а от 2400. Вот 2400 делим пополам, это что там, 250? Ну, в общем, хорошо получается. У меня с математикой плохо, но сейчас возьмем калькулятор, да, посчитаем. Значит, если 2309 минус 25%, то эта ветровка будет стоить 1731 рубль. Представляете? И то же самое мы можем сделать с пряжей. Кстати, когда я ждала посылку, я наблюдала, и эта пряжа, вот за счет нас, за счет вот этого голосования, стоило 255 рублей. Вот давайте, во-первых, посмотрите, что я здесь заказала, что вам предстоит еще увидеть. Сапоги резиновые, 1405 рублей. А можно купить с 25% скидкой. Брюки, джеггинсы, 455 рублей. Видите, вот. 25%. Это значит, что мы с вами, 9 человек, проголосовали за эти брюки, и они на неделю встали по цене 455 рублей. Идите, купите джеггинсы за 455 рублей. Я, кстати, вам их покажу. Все товары, все просто прекраснейшего качества. Вот этот костюм я заказывала, но я тогда заказывала его по полной цене. Ну как по полной цене? Мне-то он, конечно, на обзор пришел совершенно бесплатно, но стоил он тогда 1320 рублей. Сейчас, вот за счет наших голосов, он стоит 990 рублей. Костюм потрясающий, все покажу. Вот так вот работает распродажа. Вот есть товары, которые у меня в заказе, которых уже, к сожалению, нет. То есть их распродали. Потрясающая скатерть. Все покажу. Наверное, еще пару видео будет, потому что мне одного не хватит, чтобы вам все показать и рассказать, и цену, и качество. Сейчас моя задача научить вас пользоваться скидками в 25%. Давайте еще раз покажу. Вот, допустим, мужчинам. Тут полно. Допустим, ну вот давайте на кроссовки нажмем. Только имейте в виду, если товар уже в распродаже, то, конечно же, за него не получится голосовать. Ну вот давайте, допустим, не хочу я кроссовки, давайте все-таки на пряже покажу. Пусть мой голос уйдет, и, может быть, кто-то уже купит эту пряжу по выгодной цене. Вот она, эта пряжа, трикотажная пряжа. Она сейчас без скидки. Ой, посмотрите, какие цвета. Вы просто посмотрите на это. Боже мой.
Какое буйство, представляете, связать из этой пряжи, а, девочки? Просто шик, вот такие рюкзачки, такие корзинки. Кстати, можно вот с ручкой, видите, корзинка с ручкой, можно вешать в ванной на, и в нее как бы укладывать ваши какие-то любимые средства. Очень классная идея, очень. Итак, давайте, вот видите, вот это окошко. Вот, вот я голосую, допустим, вот мой голос, и еще дождаться 9 голосов, и все, эта пряжа будет уже не 323 рубля, а 255. Разница, конечно, существенная на моточке. Это сколько получается? 23,45. Почти 70 рублей. Это хорошая скидка. Вот таким образом мы сами торгуемся на рынке вот этой площадки и покупаем. И так с любым товаром, девочки, с любым товаром. Единственное ограничение для каждого пользователя, то есть для нас, это 70 голосов мы можем отдать, вот так проголосовать на 70 товаров. Но это, конечно же, правильно. И в ночь с пятницы на субботу, когда товар набирает 9 голосов, с пятницы на субботу этот товар попадает в раздел распродажи, и целую неделю мы покупаем этот товар со скидкой в 25%. Посмотрите, сколько здесь для малышей. Боже мой, это, девочки, здесь можно просто пропасть на этом сайте. Здесь столько подарков, я там увидела, вот Новый год же, хочется кому-то дорогое, а кому-то и не хватит средств, да, нашла там чайный набор, то есть там прихватка, полотенечко, значит, утеплитель на чайничек, все в такой мимишной расцветке, просто шик. Вот посмотрите, детское бельишко, а? 646 рублей, представляете, вот, сейчас я покажу, вот, 646 рублей, посмотрите, какие слоники, а? Просто класс, просто прелесть. Давайте проголосуем, может быть, кто-то купит это бельишко. Вот, пожалуйста, я отдала свой голос. Еще 9 человек соберется, и оно из 646 рублей превратится во сколько? Сейчас посчитаем. Сейчас прям посчитаем. Так, 646 минус 25%. 484 рубля будет стоить это постельное белье. И все зависит от нас. И так с любым товаром. А какие здесь красивые, какая здесь классная обувь. Я не ожидала вообще, девочки, мне так хочется. Я, конечно же, не могу все рассказать. Я буду вам открывать фишечки постоянно об этой торговой площадке, чтобы вы ждали мое видео и чтобы вам было интересно. А посмотрите, что придумали для нас заботливые люди, менеджеры, айтишники, я не знаю, как их назвать, те, кто разрабатывал сайт. Вот следите за мышкой. Видите, режим день-ночь. Если я сейчас переключусь на ночной режим, мои глазки не будут уставать. Видите, все в темном цвете. И вечером вот это такое облегчение, такой бальзам для глаз. Ну, Антон говорит, это менеджер, с которым я общаюсь, он говорит, у них все сотрудники пользуются вот этим ночным режимом, потому что действительно глаза отдыхают и не так устают. Надо поярче, пожалуйста, переключились одним махом. Вот функция день-ночь. Все, мои хорошие, на сегодня я буду заканчивать. Надеюсь, интересное и полезное видео для вас. Покупайте товары качественные и по очень привлекательным ценам. И еще я очень жду ваши комментарии по поводу конкурса насчет подарков от спонсора этой торговой площадки Т-Декор. По поводу вашего подарка, это фотография на холсте и пряжа для какого-то вашего изделия. Просто под этим видео напишите одно слово «Участвую». И если соберется, ну, более 10 человек,
то я уже начну вести переговоры с Антоном, и мы будем думать, как этот конкурс сделать для вас, на какое время. Ну, в общем, все тонкости я, конечно же, если будет ваша активность, я все вам расскажу. Ну, а на сегодня, я думаю, информации достаточно. Вот такая пряжа там у меня. Я вас всех обнимаю, люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.